Привет, это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня у меня небольшая прогулка от 10-го километра Петропавловска на Камчатке в сторону центра. Уж не знаю, сколько я сумею пройти. Может быть, километр, может, два. Никуда не торопясь. И записываю крошечные видеозарисовки, которые я покажу, возможно, без всяких комментариев. Итак, двигаюсь от 10-го километра в сторону центра столицы Камчатского края. Oh,
так вот медленно и никуда не торопясь, я прогулялся с 10 до 8 километра, то есть 2 километра. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится иногда прогуливаться со мной по столице Камчатского края. Пишите комментарии. Не забудьте, что один раз в месяц на моем канале проходит розыгрыш какого-нибудь моего фотоальбома о Камчатке среди тех, кто сделал пожертвование на развитие канала, так называемые донаты, на номер карты, указанный в описании под роликом. Ну а если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните рекомендации, которые сейчас появятся на подсказке в правом нижнем углу кадра. До свидания!